Добрый вечер. В Украине 20:00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Да будет Трамп. Американцы выбрали 45-го президента Соединенных Штатов. Страну охватили протесты. Не так страшен Трамп, как его малюют. Как украинские политики стремительно изменили риторику относительно Дональда Трампа. За закрытыми дверями Кабмин принял отставку Саакашвили. Дело за президентом. Итак, свершилось. Ночь выборов в Соединенных Штатах принесла победу кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Миллиардеру, против которого выступала основная часть американского истеблишмента, не помешали ни слаженная работа штаба его оппонента Хиллари Клинтон, ни откровенные проколы его собственного предвыборного штаба, ни открытый троллинг звезд Голливуда. Вся эта предвыборная ночь в деталях в материале Дмитрия Анопченко. Хотите за короткое время испытать всю гамму эмоций, от радости и надежды до глубокого шока? Добро пожаловать в Америку. Сказать, что эта ночь была драматичной, не сказать ничего. Настроение у людей, которые собирались у экранов, что дома, что в многочисленных кафе или просто на улицах, менялось с каждым сообщением в новостях. Причем как у сторонников Хиллари, так и у тех, кто был за Трампа. До последнего было непонятно, кто впереди. Вот сообщили, что Хиллари победила в Калифорнии. И крики радости у тех, кто поддерживает демократов. Вот новость о том, что Трамп захватил Флориду. И у них на глазах сразу слезы, а в лагере Трампа радость. И так несколько раз за ночь. В самих штабах тоже растерянность. Ни Хиллари, ни Трамп всю ночь не выходили к прессе. В кругу самых близких напряженно ждали результатов. Ближе к полуночи Трамп стал набирать. И карта Америки на огромных телеэкранах, установленных на улицах, засветилась красным. Но это была обманчивая победа. Если бы Клинтон выиграла во Флориде, все, финал. Шансов бы не было. До самого конца разрыв был минимальным. В финале солнечный штат все же выбрал Трампа. Да, Трамп всю кампанию говорил, что соцопросы неправдивые, что медиа сговорились против него. И, о господи, вот вам самое лучшее доказательство. Люди вышли, сказали свое слово, проголосовали. Они выбрали Трампа, поскольку устали от коррупции и лжи. А она преступница. Это не то, что сейчас нужно нашей стране. Дальше больше. Трамп побеждает не только в тех штатах, где преимущество республиканцев было ожидаемым, в тех же Южной Каролине и Огайо, но и там, где все соцопросы просто кричали «здесь поддержат демократов». В штабе Хиллари заметная паника. У ее сторонников слезы. Мне кажется, многие люди были заведомо уверены, каким будет результат этой ночи выборов. Им сложно поверить, что все так обернулось. Мы очень надеялись, что Хиллари Клинтон выиграет ради демократии и поддержит курс международной политики США. Вместо этого мы получили победителя, которого не только высмеяли все уважаемые политики, но которого главные СМИ называли клоуном. И очень жаль, что молодежь не пришла на выборы и не проголосовала. Что Трамп, что Хиллари, за подсчетом следили без камеры прессы, рядом лишь с самыми близкими. Под утро Клинтон отменяет свое выступление. Трамп говорит со сцены уже не как кандидат, а как новый президент Соединенных Штатов. Пора Америке перевязать раны раздора. Необходимо быть вместе. Всем республиканцам, демократам и независимым по всей стране. Необходимо объединиться как единому народу. Реакция тех, кто всю эту кампанию был против него, предсказуема. Из баров, где люди следили за подсчетом, они выходят на улицы. Расстроенные, шокированные и разозленные. Это Нью-Йорк. Это Бостон. А вот это Вашингтон, где молодежь вышла к Белому дому. Действительно, кажется, что общество очень разделено, но это только первоначальная реакция. Думаю, со временем все будет хорошо. Воцарится мир и, надеюсь, не будет насилия. По поводу насилия сомнения не безосновательные. Об этом пока что не очень говорят вслух, просто чтобы не раздувать и без того тлеющие искры конфликта. Но у многих в больших кабинетах в Вашингтоне сомнения и даже страх. А как сейчас отреагируют те города и территории, где еще не так давно громили улицы и били машины? Акции протеста по поводу убийства темнокожих полицейскими только-только утихли. Это города, где каждый не столько за Клинтон, сколько напуган приходом Трампа. И какой будет реакция, предсказать очень сложно. О том, какой будет страна при президенте новом, разговоров пока мало. Видимо, так британцы чувствовали себя на утро, когда стало известно о Брексите. Пока что все пытаются понять, что случилось, почему Америка проголосовала именно так и какой она будет новая реальность. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер».
За последние полчаса с обращением к американцам выступили и сама проигравшая Хиллари Клинтон, и действующий президент Барак Обама. О чем они говорили? Как новость об избрании Трампа воспринимают американцы? Узнаем сейчас у Дмитрия Анопченко. Он находится с нами на связи из Нью-Йорка. Дима, здравствуй. Расскажи о том, что в итоге заявили Клинтон и Обама относительно своего проигрыша. Наташ, ну, во-первых, это заявление, которых ждали все. Вот вся Америка действительно ждала. А что же скажут Обама и Клинтон? Заявление президента было достаточно четким. Он сказал, что сразу же после того, как понял, что Трамп выиграл эти выборы, связался с ним, на завтра назначил ему встречу в Белом доме и будет готовить передачу власти, мирную передачу власти. И вот цитата Обамы. Президент сказал: «У меня ведь с президентом Бушем тоже были разногласия, но, тем не менее, он мирно и организованно передал мне власть. Так что будем общаться, встречаться, я буду готовить передачу власти Трампу». Выступление Клинтон было очень эмоциональным, по-женски эмоциональным. Чувствовалось, что она это выступление писала сама сегодня ночью, когда уже поняла, что проиграла, что вряд ли уже сможет стать президентом. Она сказала о том, что когда-нибудь женщина все-таки будет президентом Америки. Сказала о том, что поздравляет Трампа, признает свое поражение и очень не хочет, чтобы вся страна была заложником амбиций только одного человека. Вот прямая цитата. Прошлой ночью я поздравила Дональда Трампа и предложила ему работать вместе на благо страны. Мы увидели, что наша нация разобщена больше, чем мы думали. Надеюсь, он будет успешным президентом. Ну и дело в том, что Клинтон после того, как она во время теледебатов клеймила Трампа за то, что он четко не сказал, будет ли он признавать результаты выборов, ничего не оставалось, как, во-первых, еще раз подтвердить политическое резюме демократов, они за мирную передачу власти, но, во-вторых, просто поставить красивую и яркую точку, вот запомнившись этими фразами, этими цитатами своим сторонникам. Наташа. Дима, как сказала Хиллари, нация разделилась на две части. Как выражают свои эмоции американцы, которые сегодня либо празднуют, либо скорбят? Ты знаешь, вот это очень правильная фраза и очень правильно передает те эмоции, которые я здесь сейчас чувствую, находясь в Нью-Йорке, потому что когда следишь за происходящим в Америке по информагентствам, может быть, в интернете, ну, явно же все проснулись, следились, кто выигрывал, то не очень это чувствуешь. Есть очень сильное чувство шока и чувство удивления. Возникло оно потому, что всю эту кампанию СМИ создавали вот такую немножко даже виртуальную реальность, ощущение, что Хиллари будет победителем. Это происходило потому, что практически во всех СМИ, кроме, может быть, Fox Ньюса. Смотришь на опросы, лидирует Хиллари. Прошли дебаты, все эксперты говорят, Хиллари победила. Смотришь интервью экспертов, читаешь даже сообщения в социальных сетях тех, кого здесь называют лидером мнений. И все говорят, ну, будет Хиллари. И поэтому страна, те, кто за нее, те, кто против нее, те, кто искренне поддерживал Трампа, все равно как-то внутри было такое ощущение, что мы, конечно, проголосуем, но скорее всего будет Хиллари. И сегодня Америка в шоке не потому, что Трамп. Сегодня Америка в шоке, потому что не случилось то, чего все так долго ожидали. Вот была эта виртуальная реальность, и сегодня на утро реальность абсолютно другая. Именно поэтому Америке еще долго придется привыкать к мысли, что, ну, фамилия президента будет Трамп. По поводу разделенности. Очень серьезная проблема. И вот с этим Трампу придется работать. Посмотрите на итоги голосования. Не на цифры. Бог с ними, с цифрами. Посмотрите на то, кто и как голосовал за Хиллари и за Трампа. Женщины голосовали за Хиллари, мужчины за Трампа. Неважно, республиканцы, демократы разделились очень сильно по гендерному признаку. Богатые голосовали за Трампа, бедные голосовали за Хиллари. Очень сильно видно это разделение. Как когда-то, помните войну севера и юга? Так вот, юг голосовал за одного кандидата, север. Очень четко это было видно на карте. Вот у меня за спиной она была огромная, раскрашенная в разные цвета. Америка теперь разделена, и очень многие об этом не говорят сейчас в СМИ, но это важный момент. Волнуются, как бы вот в тех штатах, я чуть-чуть намекнул об этом в сюжете, где были протесты афроамериканцев, эти протесты не вспыхнули вновь. Будем надеяться, что все будет спокойно, но действительно вот эту рану, которую Америке нанесла избирательная кампания, новому президенту и новой администрации придется залечивать еще очень-очень долго. Наташа. Спасибо, Дима. Это был Дмитрий Анопченко из Нью-Йорка об итогах сегодняшней предвыборной ночи в Америке. Глава украинского государства поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Также во время встречи с послом США в Украине Марией Иванович Петр Порошенко выразил надежду, что новый американский президент будет выполнять договоренности относительно санкций против России. Congratulate Donald Trump.
Искренне поздравляю Дональда Трампа с избранием президентом Соединенных Штатов и дружественный американский народ с демократическим волеизъявлением. Мы со своей стороны надеемся на поддержку Сената и нового президента в двух очень важных сферах – в нашей борьбе против российской агрессии, в борьбе за свободу, демократию, за наш суверенитет и целостность территории. И надеемся на содействие в реализации масштабных реформ. Я ценю, что Америка решила продлить санкции против России в декабре. И новая администрация, новый президент будут продолжать реализовывать нашу часть договоренностей. Либо шок, либо бурные приветствия. Такова первая реакция мира на избрание Дональда Трампа. Если политикум сдержан в своих поздравлениях, то популисты приняли результаты президентских выборов в США как призыв к действию. Как восприняли победу кандидата от республиканцев в мире? Давайте посмотрим. Европа онемела. В буквальном смысле ни один европейский президент или премьер с началом рабочего дня не поздравил Дональда Трампа с победой. Избранный лидер США уже выступил с победной речью, а на Старом Свете все молчали. Все, кроме лидеров ультраправых сил. Марин Ле Пен во Франции, Герт Вилдерс в Нидерландах, Найджел Фарадж здесь, в Великобритании, высказали свое восхищение еще до оглашения официальных результатов. А вот среди действующих чиновников первым подловили главу Европарламента Мартина Шульца. Это и вправду очень сложный момент для отношений Объединенных Наций, Соединенных Штатов и Евросоюза. Но законно избранный президент США заслуживает уважения всех евроинституций. Британский премьер Тереза Мэй уже почти в обед выпустила сдержанный пресс-релиз, где выразила надежду на тесное сотрудничество со Штатами. Конечно, в ее кабинете никто толком и не знает Дональда Трампа. Я жажду познакомиться и начать сотрудничество с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы обеспечить безопасность и процветание нашим нациям. А вот в Германии, напротив, с Трампом знакомы и не рады. Глава немецкого МИДа даже не удосужился поздравить его. Результаты, конечно, не те, которые ожидали граждане Германии, но нам придется их принять. Хорошо, что избирательная кампания закончилась. Она оставила много незалеченных ран. Мы очень обеспокоены высказываниями Дональда Трампа о международной политике. Он плохо отзывался и о Европе, и о Германии. Немцы не скрывали разочарования. Политики и пресса называли происходящее шоком, ужасом, ночным кошмаром, от которого невозможно проснуться. Во Франции настроение похожее. Ангела Меркель и Франсуа Олланд ближе к полудню тоже наконец-то высказались. Германия и Америка делят общие ценности – демократию, свободу, верховенство права и уважение к людям, независимо от расы, религии, пола или сексуальной ориентации. На основе этих ценностей я предлагаю мистеру Трампу тесное рабочее сотрудничество. Эти американские выборы стали началом периода неопределенности. Мы должны встретить его с ясным умом. Очень осторожно подбирались слова в НАТО, организации, которую Трамп не жалует и которая едва ли не развалится, грозит из-за позиции нового президента США. Лидерство Америки важно, как никогда. Наш альянс на протяжении 70 лет был дружен с этой страной. И мы очень ждем личной встречи с Дональдом Трампом на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе в следующем году. Но показательнее всего отреагировали мировые рынки. Утром с началом торгов мы видели сплошные красные цифры и кривые, ползущие вниз. Некоторые валюты, как мексиканский песо, обвалились до антирекорда 20-летней давности. Пошатнулись доллар, евро, рубль, фунт стерлингов. К концу торгов, правда, немного отыгрались. Все бросились инвестировать в японскую иену, швейцарский франк и золото. Но, правда, во времена нестабильности лучше же перестраховаться. О том, как отреагировали на победу республиканца на Ближнем Востоке, регионе, где мир очень зависит от США, расскажет мой коллега Сергей Услендер. Вот лично у меня от этих выборов такое ощущение. Выбирали не американского президента, а израильского. Такой интерес к этой кампании был в еврейском государстве. Оно и понятно. Израиль очень сильно зависит от Соединенных Штатов, получает ежегодную военную помощь. Кстати, в ближайшие 10 лет она составит астрономическую сумму в 40 миллиардов долларов. Это больше, чем получили союзники во время Второй мировой. Симпатии израильтян были явно на стороне Трампа. Традиционно республиканцы – союзники Израиля, а демократы выступают за примирение с политиками. Палестинцами, поэтому здесь их воспринимают, ну, если не как врагов, то скорее как недружественную силу. Сейчас всех интересует вопрос, как поведет себя новый президент в отношении арабо-израильского конфликта, продолжит ли он политику предшественника или возьмет курс на безусловную поддержку Иерусалима.
На мой взгляд, Дональд Трамп назначит на ключевые для Израиля позиции, то есть министра обороны и министра иностранных дел, государственного секретаря, людей из профессиональных, добротных республиканских политиков, типа Гринвича или Джулиани. Это будет означать для Израиля не просто хороший выбор, а очень хороший выбор, потому что это давние друзья Израиля. Пока же израильская политическая элита наперебой поздравляет Трампа с победой. А в других местах Ближнего Востока отношение к этой самой победе, скажем так, неоднозначно. Лидеры Хамас, например, высказались в том духе, что никаких особых изменений они не ждут. А председатель палестинской автономии Махмуд Аббас поздравил республиканца с победой и выразил надежду, что он поможет в разрешении конфликта с Израилем. Король Саудовской Аравии заявил, что ждет от Трампа стабильности на Ближнем Востоке. А лидер Турции Реджеп Эрдоган тоже поздравил республиканца с победой, но тут же Анкара выставила условия, после выполнения которого возможна нормализация отношений с Вашингтоном. Я призываю нового президента выдать нам Фетхуллу Гюлена. Если вы экстрадируете этого террориста, это будет означать новое начало в отношениях Америки и Турции. В остальном ожидания жителей этого неспокойного региона связаны с тем, как поведет себя новый президент в отношении Сирии и Ирака, где одновременно идут гражданская война и война с Исламским государством. Сергей Услендер, Оксана Кундеренко. Подробности, телеканал Интер. Кремль направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму. Об этом сообщила пресс-служба администрации российского президента. Несколькими часами позднее Путин даже выступил с речью. Он заявил, что надеется на восстановление межгосударственных отношений и подчеркнул, что процесс этот будет сложным. За подсчетом голосов американцев пристально следили и в Киеве. С раннего утра посольство Соединенных Штатов принимало гостей, неравнодушных к перипетиям американской политики. Как восприняли результаты выборов украинские чиновники и политики, расскажет Светлана Чернецкая. Американский завтрак. Еще до восхода солнца начался сегодняшний день у многих членов правительства и парламента. Американское посольство пригласило политиков и активистов в прямом эфире следить за поступлением результатов выборов президента США. Это американская традиция. Вот только из-за разницы во времени пиво и бургеры пришлось заменить на кофе и пончики. Шесть утра. Заспанные гости собираются в американском доме. Пока интрига сохраняется. Трамп и Клинтон дышат друг другу в спину. Як правило, встаю 6:30, але сьогодні на годину раніше. Тому нічого того поганого немає. Не слідкував. Але зараз цікаво, врешті це цікаво, бо дійсно ці вибори такі стали надзвичайно інтригуючі. І цікаво, чим воно закінчиться, звичайно. Вице-премьер Клим Пуштенцадзе сегодня вообще не сомкнула глаз. В 3 утра прилетела из Брюсселя, встречалась с европейскими коллегами. Сон улетучивается, как только видит новые цифры. Очевидно, мы понимаем, что один из кандидатов несет больше викликів для нас. Зараз, ну, подивимося. Сподіваємося, що все-таки система працює. В это время на связь выходит Івано-Франковск. Там на американский завтрак собралось больше сотни активистов. Планировали отпраздновать победу Хиллари. Теперь разойдутся по-тихому. Ой, мы здесь все очень разочарованы. Что же теперь будет? Давайте будем фокусироваться не на результатах, а на самом процессе. Отпразднуем победу демократии. Не лезет кусок в горло и киевским гостям. Очень уж неожиданно аутсайдер вырвался вперед. Политики свыкаются с мыслью о президенте Трампе и уже выстраивают планы сотрудничества. Наша держава, наша влада повинна вчитись працювати, незважаючи на емоції, з урядами, які надають допомогу країні. А думаю, що незважаючи від вибору американського народу, буде відповідне відношення до нашої країни з боку Америки. Сподіваюсь на це. Плюс ми повинні пам'ятати, що в американській системі є ваги, противаги, які між виконавчою владою, президентом завжди буде Конгрес. Плюс пам'ятати, що справді українська громада в різних штатах є достатньо потужним голосом. Не панікувати прежде времени призывает і американський посол. Последние 25 лет США поддерживали Україну. І Марія Яванович уверена, що новий лідер страны вряд ли зможе змінити этот курс. Очевидно, что далеко не все, что кандидат говорит во время президентской кампании, он потом воплощает в жизнь, будучи президентом. Так что подождем, посмотрим. В празднество утренник так и не перерос. Приглашенные разошлись еще до начала рабочего дня. Светлана Чернецкая, Алексей Шматов. Подробности, телеканал Интер.
Официальный Вашингтон продолжит работать в прежнем формате до инаугурации нового президента США. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» рассказал американский посол в Москве Джон Тефт. Он также подчеркнул, что темы Украины и Сирии для внешнеполитического курса по-прежнему останутся приоритетными. Я думаю, я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев мы увидим попытку решить проблему на Донбассе. Мы стараемся поддерживать нормандскую группу, в которой играют ведущую роль Франция и Германия. Президент Обама и Виктория Нуланд, которая несколько раз встречалась с господином Сурковым. Все они пытаются поддерживать этот процесс и продвигать его вперед. Отозвались на перемены в Белом доме и представители украинского политикума. Здесь традиционно держат нос по ветру. Одними из первых крутой разворот совершили представители Facebook, ориентированной политсилы «Народный фронт», и бросились подчищать свои посты. На такую работу над ошибками в стране фронтовиков уже отреагировали их парламентские коллеги. Нардеп из фракции БПП Виталий Чепиного одним из первых обратил внимание на пропавшие грамотки некоторых чиновников. На своей странице в соцсети он попытался пофантазировать на тему беседы нового американского президента и создателя интернет-платформы о выпиленных постах украинских министров. А вот сам пост, правда, на странице главы МВД Арсена Авакова в Фейсбуке, его сейчас не найти. Чиновник тихо скрыл из ленты сообщение, где называет нового американского лидера опасным и бесстыжим маргиналом. Постов в Фейсбуке пока не скрывает лидер фронтовиков, экс-премьер Арсений Яценюк. В своем сообщении он безапелляционно называет Трампа едва ли не основной угрозой свободному миру и предлагает главе Белого дома, я процитирую, обратиться за мудрыми советами к представителям республиканской партии, которые хорошо понимают, что такое свобода, международное право и свободный мир. Сегодня, правда, Народный фронт совершил очередной кульбит. Теперь Арсений Яценюк от всего сердца Трампа поздравляет и не скупится на пожелания всяческих успехов. Не факт, правда, что подобного рода телодвижения помогут. Об этом в соцсети предупредил Валентин Наливайченко. Экс-глава СБУ сообщил, что новое руководство США будет отличаться нулевой толерантностью к коррупционерам и уже составляет списки тех, кто попадет под персональные санкции. Победой Трампа, видимо, остался очень доволен все еще одесский губернатор. По этому поводу Михаил Саакашвили заменил главную картинку в Фейсбуке на фото, где он стоит рядом с новым американским президентом, и написал, мол, проницательность ему не изменила. Победу своего товарища предвидел еще 4 месяца назад. А вот в вопросе с украинским политиком проницательность Саакашвили, судя по всему, немного хромает. Не ожидал он того, что его не пригласят в Кабмин на собственное увольнение. Ведь и вчера, и сегодня на своей странице в Facebook Саакашвили просил министров для начала заслушать его доклад. Правительство же очень быстро приняло отставку Саакашвили, не акцентируя на этом особого внимания, в то время как буквально в 100 метрах от здания Кабмина Саакашвили уже раздавал интервью. Я сюда пришел, в Кабмин здесь, и я готов, я же не буду там у дверей там стоять, как какой-то беспризорник. Я напомню, что в Грузии партия Саакашвили парламентские выборы проиграла. Вместо доклада Саакашвили правительство слушало сегодня доклад о грядущих изменениях в системе здравоохранения. Давайте узнаем, что предлагают, а главное, когда. Цены на лекарства под контроль Кабмина. Премьер возмущен. Медпрепараты в Украине в разы дороже, чем в соседних странах. Поэтому с нового года стоимость лекарств для гипертоников, больных сахарным диабетом и астмой сравнят с ценами препаратов 5 европейских государств и установят максимум. В Минздраве уже подсчитали, лекарства подешевеют почти вдвое. К тому же их стоимость в следующем году украинцам будут возмещать. Ми будемо відшкоджовувати кошти реімбурсації по ціні найдешевшого генерика. І аптеки ми будемо вимагати, щоб вони показували ціни, щоб пацієнти, коли входять в аптеку, побачили, чи є ліки найдешевші. Прем'єр сразу же предупреждає производителей і посередників. Якщо хтось буде грати з українським суспільством в дефіцит ліків, я не буду ганятися за всіма. Я знайду одного найбільшого. І зроблю так, щоб він відчув, що не поважати українських громадян не можна. Последнее китайское предупреждение от Гройсмана и тем, кто ставит палки в колеса и противится этим решениям.
всередині міністерства, люди, які по 10 років працюють на своїх посадах. Ми тільки підбираємося до суті, знаходять якісь зачіпки, знаходять якісь моменти, не беруть трубку, не виходять. Це катастрофа. Звільняйте їх, підпишіть наказ про реорганізацію міністерства, всіх на вулицю. Я вас дуже прошу зачистити міністерство від ворогів держави і людей. Взялись министры зачищать и госпредприятия. От коррупционеров. Ведь сейчас компании работают в убыток. Майже 64 мільярди збитків. Це, власне, те, що держава недоотримала. І частину з них отримали, на жаль, через корупційні механізми. Ми бачимо затримання, які в нас часто останнім часом колишніх і теперішніх керівників державних підприємств відбуваються. В самых крупных госкомпаниях создадут независимые наблюдательные советы и обновят менеджмент. Анна Каменева, Максим Чеблин, подробности телеканал Интер. Нельзя прокормить, ликвидировать. В городе Смело Черкасской области местные власти планируют из 3 больничных стационаров оставить только 1. Этот нелегкий реформаторский шаг чиновники объясняют отсутствием денег в бюджете. Дескать, содержать 3 полноценные больницы город просто не в состоянии. В подробностях этой ситуации разбирался Станислав Кухарчук. Эту больницу практически в центре города постоянно оптимизируют. Сначала сократили количество мест, а недавно городские власти и вовсе решили закрыть все отделения, оставив только поликлинику и терапию. Весь стационар и операционные собираются перевести в центральную больницу на окраине города. Удобное местоположение. Сюда приезжают с электричек селы все прибрежные. Плюс, говорю, персонал очень хороший. Обслуговывание. Вы понимаете, как берут в других больницах. В свои 30 Александр уже известный в Смеле травматолог. В этой городской больнице он ежедневно проводит по 2-3 операции. Тут тоже есть отделение 50 хворих, а каждый день приходит, сколько я точно не скажу, потому что приходит в основном амбулаторный, то есть поликлиничный прием. Но сегодня было человек 20, наверное, те, что звертались. Людей много едет на самом деле. Сегодня большая часть коек здесь пустует. Все, кто мог, персонал и пациенты пошли к мэрии, где на внеочередную сессию собрались депутаты горсовета. Повестка дня – оптимизация местной медицины. Такого ажиотажа в сессионном зале не было давно. Заседание секретарь начинает за здравие. У начальника отдела образования день рождения. Да вот только продолжают за упокой 2 городских больниц. Замруководителя горздрава объясняет, содержать 3 больницы со стационарами не могут. Денег не хватает, почти 9 миллионов гривен. И министерство ждет от местных властей реформ в медицине. Без них дополнительных субвенций не будет. Вот это решение наше, которое мы сегодня должны принять про создание нового юридического особи, оно трешечки даст поштовх, что действительно у нас что-то происходит, что какие-то рухи в лучший бік є. Под крики негодующих медиков и пациентов начинается голосование. Многие за реформу, но есть и воздержавшиеся. Решение не принимается. Угрозами об ответственности спикер пытается убедить присутствующих голосовать еще раз. Медицина вся не получит зарплаты, чтобы всех депутатов обнародовали в газете. Чтобы они были соответствовали, а не лозунги кидали. Но на повторное голосование депутаты не пошли. Решение об оптимизации отправили на доработку. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкасская область. На повышение зарплат медикам и учителям настаивает оппозиционный блок и предлагает в проекте бюджета на следующий год зафиксировать это увеличение в размере 50% вместо анонсированных Кабмином 20%. Об этом сегодня заявил лидер фракции Юрий Бойко на встрече с персоналом Авручанской районной больницы. Нардеп оппозиционер уверен, что власть должна снизить расходы на силовой блок, суды, прокуратуру и полицию, а сэкономленные средства направить на повышение соцстандартов. И главное, проект бюджета это на следующий год нельзя рассматривать без повышения пенсии, считает политик. Если пенсионер получает 1300 гривен, лікується в лікарні и только за ліки повинен сплачивать 600, то на что ему жить с урахованням новых там коммунальных тарифов и зростання цін? Тому наша принципова позиция. Затрати повинні в бюджеті бути збільшені на виплату лікарям, освітянам, на соціальну підтримку наших людей. І не треба нам будувати поліцейську державу,
коли народ бідує, коли народ знаходиться на дні прірви бідності. Така наша позиція. Обстрелы на Донбассе участились на треть. В частности, в районе Широкино, Павлополя, Авдеевки и Светлодарска. Боевики стреляют из запрещенных Минскими соглашениями артиллерии и минометов. Об этом на встрече трехсторонней контактной группы в Минске отчитался руководитель спецмиссии ОБСЕ Эртурул Апакан. Заслушали сегодня и доклад о поездке в Ордло координатора ОБСЕ Тони Фриша. Он рассказал, в каких условиях содержатся украинские заложники. Впрочем, как сообщила на своей странице в Facebook Дарка Оліфір, это пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней группе Леонида Кучмы, украинская сторона настаивала не просто на доступе к заложникам представителей международных организаций, а на освобождении их из плена. На встрече, по словам Оліфір, Украина также заявила о своей позиции. Выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству. Большое внимание было уделено вопросам улучшения работы пунктов пропуска на линии соприкосновения, в частности, в станице Луганске. Обсуждался также вопрос открытия нового пункта пропуска «Золотом». За минувшие сутки трое украинских бойцов были ранены на востоке Украины. Это официальные штабы, данные штаба АТО. Напряженная ситуация на Мариупольском, Донецком и Луганском направлениях. Неподалеку от Попасны, это Луганская область, боевики используют тяжелую артиллерию. Сегодня там под обстрел попала наша съемочная группа. Все подробности узнаем у Геннадия Вивденко. Переважно, когда звіти начинают и вечером, и вранці стреляют. Ложитесь. Что это было? Ну, это Птур. Это Птур полетел. Ракета от вражеского противотанкового ракетного комплекса пролетела в нескольких метрах от места, где находились украинские бойцы и съемочная группа телеканала «Интер». Бои под Попасной в Луганской области не прекращаются уже несколько дней. Вчера, десь біля першої години, до нас зі сторони Сепарів, Байкал прилетел Птур. Один и другий на соседнюю нашу позицию прилетел СПГ. Вот можете побачити, вот леска сама от Птура. Наемники используют оружие крупного калибра. Это самоходные артустановки, а также стрелковое оружие и гранатометы. Противник заходит в село и ведет обстрел из села. Вот тому противник провокує наших військовослужбовців на відкриття вогню безпосередньо по житловим кварталам, можливо, там для того, щоб зафіксувати, що ось така українські збройні сили ведуть обстріли житлових кварталів. Ну, це їхня стандартна тактика. Мені. Що це в нас було? Підствольник. А, підствольник полетів. Здесь знаходиться рядом так називаємо сера зона, район Новоалександрівки і Новозвановки під Попасний. Бойці железної 24-ї механізованої бригади ведуть здесь оборону. Огонь по ним ведуть практично безпрестанно. З тої сторони бойовики укріпляють позиції. У них компаньери нарили там ззаді. Ми не бачимо, що там де робиться. Ну то, що працювала техніка і купали компаньери, ми то чули і бачили, як копуються. К обеду интенсивность обстрела возросла. Бои ведутся уже прямо возле города Попасное. Украинские войска позиции не сдают и изо всех сил обороняются. Канонада слышна даже в жилых кварталах. Это козачки воюют против наших. Хлопцы наши стоят на передку, это наших тут чутно. Это уже, наверное, с неделю, может, уже две недели вот так и делается. Вон недавно тут тоже была такая бойня, что вот у мирного народа сюда летело все. Когда наша съемочная группа выезжала из Попасной, обстрел только усиливался. Данных о жертвах и раненых пока нет. Геннадий Вивденко, Игорь Сулий, Анатолий Воробей. Подробности телеканал «Интер» из Луганской области. Помощи для украинской армии просят волонтеры у нардепов после того, как ознакомились с их электронными декларациями. Помочь просят материально. Активисты говорят, что если е-декларанты хоть немного поделятся своими скромными сбережениями, то уже завтра войну можно будет заканчивать. По словам волонтеров, только за одни лишь часы наших избранников можно купить 33 тепловизора, 7 реанимобилей и 2 квартиры для семей погибших участников АТО.
Украина может не дождаться денег МВФ в этом году. Об этом председатель Нацбанка Валерия Гонтарева заявила в интервью агентства Рейтер. Гонтарева обвиняет парламент, который, по ее мнению, тормозит важные реформы. В частности, нет сбалансированного бюджета, новой пенсионной и земельной реформ. Я напомню, Украина уже в этом году ожидала почти 1,5 миллиарда долларов в рамках кредитной программы на общую сумму 17,5 миллиардов. И цитирую, если мы не получаем транш, то резервы наши начинают таять на глазах, сказала Гонтарева. 3 гривны за каждую платежку. Уже с декабря Ощадбанк будет брать комиссию за оплату коммуналки через свои кассы. Такие объявления разместили во всех отделениях Банка Киева. Клиенты возмущены, поскольку через сеть Госбанка проходит около половины всех платежей за коммуналку. В основном в очередях касс стоят пенсионеры. На сайте банка тут же пояснили, что были вынуждены пойти на это, чтобы покрыть себестоимость услуг. И сообщили, что без комиссии можно будет оплатить в терминалах самообслуживания. Но сначала придется оформить карточку. А вот журналист Антон Подлуцкий на своей странице в Facebook написал о том, что Народный фронт, по его мнению, таким методом собирает себе деньги на предвыборную кампанию. Напомню, глава Ощадбанка Андрей Пышный долгое время был правой рукой Арсения Яценюка. Антимонопольный комитет, к слову, уже признал неправомерность уплаты такой комиссии, поскольку расходы эти уже заложены в тарифы. Накануне третьей годовщины разгона студентов на Майдане в антикоррупционном парламентском комитете слушали, как расследуются майдановские дела. Родственники погибших, потерпевшие и их адвокаты сетуют, что и следствие, и суды затягиваются. Часть беркутовцев, которые разгоняли протесты и стреляли в евромайдановцев зимой 2013-2014 года, так и остались служить в правоохранительных органах. Судьи, выносившие тогда решение о задержании активистов, не уволены. Почему? Ответить на эти вопросы нардепы пригласили руководителей СБУ, МВД и ГПУ. Из Генпрокуратуры прислали письмо, что, мол, прийти не смогут, заняты. Руководители СБУ и нацполиции отправили на это заседание своих замов. Но ответить, когда же, наконец, в этом расследовании появится финальная точка, они так и не смогли. Як може рухатись справа, якщо люди, які володіли... Найбільшу інформацію щодо подій, які відбувались на Майдані, до сьогодні не допитані. Запитання до всіх правоохоронних органів, що вони роблять. Мені дуже цікаво, що саме затримує слідство, що чи хто заважає, коли саме нам назвуть, хто віддавав, коли віддавав, хто виконував і хто буде засуджений. Міністерство внутрішніх справ проводило службове розслідування, в рамках якого фактично було встановлено роль та участь, ну, принаймні, керівників «Беркуту». Садовника, Якосюка, так це точно. Що стосується особового складу, ці матеріали, які вдалося отримати, а ви ж знаєте, що київський «Беркут» знищив всі матеріали, в тому числі книговидачі озброєння, тобто намагались встановити все, що у нас вдалося, ми все передали в прокуратуру. В комитете остались недовольны тем, как ГПУ расследует майдановские дела. В связи с этим его председатель Егор Соболев предложил инициировать отставку генпрокурора Юрия Луценко. По той же причине, что его предшественника Виктора Шокина за сознательный саботаж расследования ключевых моментов нашей истории, уточнил нардеп. И уже в ближайшее время он пообещал начать сбор подписей в парламенте. Висловити недовіру парламентом генеральному прокурору, що буде мати наслідком його відставку. І я вважаю, що ми не маємо заспокоюватися до того моменту, поки не прийде нормальний генеральний прокурор, який розслідує справи так, як вони мають бути розслідувані. 2 миллиона долларов от Онищенко. Генпрокуратура задержала посредника, который якобы обещал беглому нардепу Александру Онищенко за взятку согласовать с НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратурой прекращение его уголовных дел. Напомню, Онищенко подозревается в финансовых махинациях с контрактами по добыче и продаже газа и находится в розыске. И вот как написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, ушлого посредника, который хвастался своими связями с главой САПа Холодницким, задержали. Есть даже фотографии. $1 миллион в картонной коробке. Нес, мол, половину суммы, но не донес. Теперь будет наказан. Ему грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.
Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий оперативно отреагировал на пост Луценко и там же в Фейсбуке поздравил коллег с успешной операцией и открестился от каких-либо родственных связей с мошенником. Холодницкий заявил, что никаких способов порешать вопросы в НАБУ и САП не существует, так что коррупционеров он просит не беспокоиться и мошенникам не доверять, зря потратят деньги. Но не смолчал, конечно же, виновник этого скандала, сам Онищенко. По его версии, именно он и сдал жулика ГПУ. В середине лета некий парень на самом деле предлагал ему порешать вопросы за 2 миллиона долларов. Служба безопасности Онищенко выяснила, что он действительно знаком с Холодницким и сам родом из прокурорской семьи, то есть имеет связи. Но нардеп на предложение не клюнул и написал заявление в прокуратуру. Есть даже якобы номер этого заявления. Ну и самый интересный вопрос, чей же тогда миллион долларов, с которым задержали этого мошенника, по мнению Онищенко, например, это деньги из спецфонда ГПУ. Покушение на жизнь оппозиционера сегодня ночью в городе Березань Киевской области. До инцидента физической расправой лидеру районной ячейки оппозиционного блока Юрию Грицуну не раз угрожал ранее судимый Владимир Спивак. Это лидер ВО «Свобода» в Березанском горсовете, который перешел от слов к делу и совершил вооруженное нападение. Он обстрелял дом, где живет Грицун с семьей. Политическая сила уже обратилась в СБУ, МВД, нацполицию и в прокуратуру с требованием раскрыть это преступление. По мнению оппозиционного блока, это уже не просто преследование за политические убеждения, а политические репрессии. Как рассказали местные журналисты, депутат Владимир Сивак давно ведет себя неадекватно. Неоднократно он нападал и на журналистов, и на своих коллег по городскому совету и угрожал им расправой. Этот человек гонялся за мной, угрожал, то есть, что он меня убьет, что он меня вывезет. Его угрозы расправиться со мной не прекращались постоянно. То есть этот человек при встрече унижал мою честь, унижал достоинство просто унизительными словами. И помимо этого он угрожал просто физической расправой, то есть ну, просто убить или лишить жизни. На руководителя фракции «Оппозиционный блок» города Березань, на его семью поздно вечером произошло нападение. Из огнестрельного оружия произведены были выстрелы с угрозами жизни жены, малолетнего ребенка. Все это связано с его деятельностью в областном совете, активностью той, которую он проявляет при вскрытии бюджетных нарушений, постоянное политическое давление на представителей оппозиционного блока. Но то, что произошло сегодня, это просто кричащий случай, который требует серьезного расследования. Оппозиционер Вадим Новинский сегодня забрал официальное уведомление Верховной Рады о представлении ГПУ. Я напомню, прокуратура требует снятия неприкосновенности с нардепа, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Новинского подозревают в незаконном лишении свободы архиепископа Дробинка в 2013 году. Сейчас документ из прокуратуры находится на рассмотрении регламентного комитета. Есть 5 дней на полноценную подготовку ответа и предоставление его в комитет по регламенту Верховной Рады. Власть намеренно затягивала предоставление мне вот этого документа, чтобы лишить меня возможности полноценной защиты и полноценной подготовки моего ответа. Это недопустимо, когда народный депутат уведомляется через Facebook спикера парламента, а не официальным путем. О политических преследованиях говорили сегодня и в Париже на заседании мониторингового комитета парламентской ассамблеи Совета Европы. Докладчики, депутаты ПАСЕ обсуждали ситуацию в Молдове, Грузии, ну и, конечно же, в Украине. Сегодня состоялось заседание мониторингового комитета парламентской ассамблеи Совета Европы, в котором я принимала участие. На комитете было принято очень важное решение. Комитет будет готовить соответствующий доклад по Украине, по вопросам функционирования демократических институтов. Такое решение было принято после многократных обращений украинской оппозиции о нарушениях прав человека, о преследованиях, политических преследованиях оппозиции, нарушения прав оппозиции, о подготовленных и системных атаках на свободные СМИ. Все эти вопросы поднимались и сегодня на комитете. В частности, я говорила о политическом заказном преследовании Вадима Новинского, нашего коллеги. Совершенно очевидно, что дело не стоит и выеденного яйца.
В Николаеве за сутки два громких преступления. Во время разбойного ограбления шальной пулей был ранен 6-летний мальчик. А сегодня днем преступники едва не взорвали гранатой толпу людей на рынке. Все подробности узнаем от Кирилла Ющишина. Трое мужчин в масках напали на предпринимателя возле его дома. Это произошло во вторник вечером. Налетчики открыли стрельбу, ранили жертву, потом отобрали сумку с деньгами. Шальной пулей задело 6-летнего мальчика, сына предпринимателя. Пуля попала в ногу и прошла на вылет. Ребенку была оказана первая помощь, раны обработаны, наложены повязки, и ребенок был госпитализирован для дальнейшего лечения в стационар. На данный момент он находится в отделении, состояние его средней степени тяжести. Опасности для жизни пострадавших нет, говорят медики. Сколько денег увезли с собой преступники, следователи не говорят. Забравши у пораненого человека велику суму коштів, зловмисники сіли в автомобіль нібито Мерседес чорного кольору та зникли з місця події. Пока налетчиков не нашли. Сьогодні днем на ринку Кола сотрудники уголовного розыска задержали двух преступников, которые уже числятся в розыске. При задержании данные лица достали предмет, похожий на гранату, предмет, похожий на револьвер. Один из преступников выдернул чеку из гранаты. Но сотруднику полиции удалось перехватить у него из руки гранату. Оперуполномоченный около часа держал гранату, зажатой в кулаке. До приезда взрывотехника в руку перемотали изолентой. Снаряд удачно обезвредили. Нашел. Под кустом, не поверите. В коробке. Пнул коробку, выпала граната. На теперішній час дії зловмисників кваліфікуються за статтею 348. Це посягання на життя співробітника або співробітників правоохоронних органів та незаконне зберігання вибухових речовин. Якщо б граната розірвалась в толпі на ринку, пострадали б десятки чоловік. Задержаним 18 і 19 років. Оба раніше судимі. Кирилл Ющишин, Ігор Попов. Подробності телеканал Інтер. Николаїв. И там же в Николаеве на бессрочную акцию протеста готовы выйти сотрудники судостроительного завода имени 61-го коммунара. Угрожают перекрыть трассу Киев-Одесса. Предприятие задолжало своим работникам около 40 миллионов гривен зарплаты. Завод принадлежит государству и входит в состав Укроборонпрома. Недавно там сменили директора, но новый руководитель за несколько недель даже не собрал коллектив для того, чтобы познакомиться. Проигнорировал он встречу и с народным депутатом Сергеем Каплиным. На днях заводчанам погасили часть долга по зарплате, но сумма настолько мизерная, что работники восприняли это как насмешку. Это вот в октябре дали это. 165 гривен за целый год. Ну, потому что последнюю зарплату получали 14 января. Вот с 14 января по конец октября нифига не было. Предыдущий директор не был самостоятелен в этом грабеже и в этом бандитизме. Это один из участников бандитской группы, которая в течение последних двух лет после Майдана грабила все, без исключения, предприятия Укроборонпрома. Это бандитская группа Пашинского. В случае невыполнения требований мы с вами перекрываем Одесскую трассу. Летающие французы покатались на серфе в облаках. Футбольный мир в шоке от нового тату Лионеля Месси. А королева Великобритании обзавелась новым портретом. Об этом и не только в нашем обзоре. Не стесняясь возраста, в Лондоне представили новый портрет британской королевы. Ее величество лично присутствовало на презентации. На портрете 90-летняя Елизавета II изображена очень натуралистично, со всеми морщинками и шероховатостями. Автор – северный ирландец Колин Дэвидсон. Среди его работ также портреты немецкого канцлера Ангелы Меркель и голливудской звезды Брэда Питта. Не оставили в беде. На Шри-Ланке спасли гигантского крокодила. В поисках пищи хищник застрял в канаве. Местные жители позвали на помощь экологов. Вытащить 5-метрового крокодила удалось только с помощью трактора. Он весил примерно тонну. Такого гиганта на острове еще никогда не видели. Поклонники футболиста Лионеля Месси увлеченно рассматривают его новое тату. Нападающий Барселоны закрасил чернилом ногу до колена, таким образом скрыв предыдущий рисунок. Меч с розой, крылья, сердце и цветочные мотивы. От старого изображения остался номер 10, под которым выступает Месси, футбольный мяч и отпечатки рук его сына. Новое тату вызвало волну критики в соцсетях. Многие считают это худшим событием года.
Серфинг в облаках. Группа парней, называющих себя летающие французы, устроили очередное шоу на 600-метровой высоте. В поисках острых ощущений они сначала на подвесных тросах разгонялись на серфе до скорости 75 км в час, а потом спрыгивали вниз с парашютами. Для зрелищности экстремалы облачились в потешные костюмы. Председателя Троицкого сельсовета Одесской области подозревают в незаконном выделении земли 7 лет назад. Сегодня Николая Комарова вызвали в управление областной полиции для того, чтобы ему об этом сообщить. Сам он такое внимание правоохранителей к собственной персоне связывает с политической деятельностью. По его мнению, дело в том, что соседнее с Троицким село решило объединиться в одну территориальную громаду. Вскоре там пройдут выборы нового председателя. И, как считает Комаров, который является представителем оппозиционного блока, таким образом его пытаются убрать из предвыборного процесса, поскольку он пользуется авторитетом в этом районе и вполне может на этих выборах победить. Я считаю, что это политический заказ, так как я представляю оппозиционный блок. Я в этом вижу только лишь в том, что препятствие устранить от дистанции на выборах и участвовать в выборной кампании по выборам главы сельской рады. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. Побольше вам хороших новостей. До встречи завтра.